поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю здоровья, чтобы не болели, семье. Спасибо большое. Строительство – важнейшая отрасль материального производства. В связи с предстоящим праздником сотрудников строительных компаний в онлайн-формате поздравил аким города Темиртау. Вы создаете уют, комфортную городскую среду. Вы дарите многим и многим темиртаусам радость обладания собственного жилья, радость теплой семейной атмосферы. В том, что наш город стал современным и красивым, большая заслуга, а скорее всего однозначная. Основная заслуга – это именно ваша. Вы формировали неповторимый облик нашего города, благоустраивали его, строили жилые дома, школы, больницы, детские сады. Среди отмеченных почетными грамотами ТО «Инсталькон Темиртау», ТО «Темирстройсервис ЛТД», ТО «УДР», ТО «Центр Промстрой», ТО «Темирзат» и многие другие. Отличившиеся сотрудники, в свою очередь, благодарят руководство компании и акима за поздравления в этот важный для них праздник. Здесь произошло мероприятие по награждению благодарственными письмами, грамотами от акимата, ну, самых хороших сотрудников, самых лучших, можно так сказать, сотрудников Автотехцентр Азия. Поздравляю с Днем строителя, желаю всем крепкого здоровья, самое главное, ну и процветания дальнейшей фирмы, ну и всем благополучия. Награждались благодарственными письмами, давали статуэтки на именные. Поздравляю всех работников фирмы ЦПС, СМУ и АТЦ с наступающим Днем строителя, здоровья, благополучия. Огромное спасибо нашему начальству непосредственно, который предоставляет нам работу, не оставляет без работы. Ну и здоровья всем. Отметим, что День строителя в Казахстане празднуется ежегодно во второе воскресенье августа. Юлия Исланова, Алексей Устинов, Новости Темиртау.